Буэнос диас, братва. Ядерно разрывной заряд ваш экран, и если увидите вот эту вот зеленую менюху, значит, у нас стартовал третий сезон РКП. Это Crysis Warhead, пацаны. Да-да, вы не ослышались. Поэтому хорош ля-ля, как говорил один лысый из гаража. Ну, на рядовом пройдем, чтобы сильно не потеть, но в то же время прикурить придется. Вот честно скажу. Достаточно красивый вступительный ролик. Карабаблики, самолетики. Бум-бум. Мясо. И Майкл Сайкс по кличке Псих. За него мы будем играть. Слегка потрепанный костюмчик. Хоп. Прыг. Напомню, действие происходит где-то на островах в Филиппинском море. Вот это главный пидор. Насколько помню, острова Лингшан. Вот только сегодня читал. Ну, на самом деле острова вымышлены, поэтому думаю, тут особо нехер. Но главпетух дал команду. Напомню, что в свое время эта игра здорово давала просраться даже топовым компам. Ну, на тот момент топовой сборкой была пара 8600 GT, к примеру, или 8800 GTS. И какой-нибудь Core 2 Quad. Но мы-то живем в 2020-м. И даже i7 3770 и GTX 1070 уже считаются сборкой, ну скажем, 5-7-летней давности. Да и игра вышла 12 сраных лет назад, и поэтому ее технический уровень, несмотря на то, что он крайне охуенен, это не показатель. Если так вдуматься. Другой вопрос в том, что мясо вот-вот начнется. Бумц. Бедная МВ-24. Да рыц, тыц, полетели. Вот немцы умеют делать спецэффекты. Напомню, игра разработана в Германии. Чпок. На самом деле, разработчики сами позиционировали ее как работу над ошибками оригинального Crysis. О, пошла загрузка миссии. Ролик посмотрели, все заебись. Они позиционировали ее как работу над ошибками. Скорее, более логичный сюжет, более интересный, более бодрый. Потому что оригинал был до невозможности затянут. Вот честно скажу, как человек, пару раз его прошедший. Дайте я еще немножко попизжу, а потом начнем. Потому что были некоторые нестыковочки, моменты, которые хотелось пропустить, а здесь... Во-первых, он сам по себе короче геймплейно. Поскольку это хоть и самостоятельный, но аддон. Я помолчу немного. Взрыватели 2 и 4 изолированы. Чтоб тебя. Прокси-сервер ругается на 3 алгоритма запуска. Попробую как-нибудь обойти его. У нас еще остались взрыватели. У меня нет выбора. Похоже, у нас синий код. Твою мать. А у Нила озвучит разве не тот чувак, который озвучил Кайдена Оленко в первом Mass Effect в русской озвучке? Голос похожий, по крайней мере. Ох, щи. Так это вы, группа хищник?
Да, то, что от нее осталось. Мы должны вытащить вас с открытого пространства. О, поехали. Место сбора — любая защищенная площадка в горах. Враги ползут со всех сторон. Дайте-ка я немножко подстрою графику. Параметры системы, графоуни. Сделал себе небольшое читерство. Чуть-чуть приподниму контраст. А, все на максах, ништяк. Пошел в пизду. Ой, чё-то больно. Так. Естественно, глушло. Тактик блок. Коллиматор. Уходите через горы. Мы дадим вам столько времени, сколько сможем. Увидимся на параде в честь победы, сержант. Ой. Блять, а как фонарь включать-то, я забыл. Так, ладно. Ой! Максимум силы. Максимум брони. Сейчас отсюда корияшки полезут, по-моему. Ой. Ой-ой. Катсцена. Бумц. Чё это, блять, было? Очень громко ёбнуло. Стих, это Эмерсон. Ты снова в сети. Похоже, импульс вывел из строя твой костюм. Доложи статус. В норме. Все видите? Я видел это, когда мы приземлились. Ты знаешь, чем все закончилось? Ну что, я видела, что произошло с катером, но списала это на аномалию. Я передам эту информацию в управление. А ты доберись до отряда Сьерра и скоординируй нанесение удара с воздуха. Так, где эта хуй балда какая-то лежит? Как мне говорит подсказочка. Ладно. Скоординируй с воздуха, говорите. Говно вопрос. Опа! Ты чё, совсем бубун, блядь? На 270. Высота 7 километров. Цель на расстоянии 16 километров. Приближается. Поняла вас, Сьерра. Будьте начеку. У нас серьезные радиопомехи. Думаю, корейцы нас глушат. Понял. Вот это дело. Наконец-то можно будет размяться. Спокойно, Сьерра 2. Ой. Наносишь удар и возвращаешься. Понял? Так точно. Ну что, знакомый? Мне показалось. Ох ты ж мать твою. Так, ладно. Кто кого убил? Спать, я сказал. Псы мохнарылые. Чё ты там стрелял-то, Скотт? Вот это мне нравится больше. Коко-кулаш. По крайней мере, к патронов к нему у меня будет вагон. Сьерра, это командир. Хищник будет координировать ваши действия с земли. Хищник? Полагаю, у меня нет выбора. Лопни мои глаза, я так и знал. Шон О'Нил. Сьерра, задействуйте семерку. Отбой. Понял. Обожаю срачи в эфире. Максимум скорости. Максимум брони. Есть что угодно поживиться. Как и обычно, целая нихуя.
А, ну получается мне перейти вот эту хуй балду. Нахуй, правда. Мостик обошел. Максимум силы. Максимум брони. Приходится постоянно флипать эти режимы. Сбрасывайте бомбы по сигналу. Отбой. Вас понял. Корейцы скоро будут изолированы. Теперь нам нужно обезвредить их базу на побережье. Направляйтесь туда и будьте готовы приступить. Сбросить бомбы. Есть. Черт возьми! Сьерра, поступили новые распоряжения из штаба. Сьерра-2 меняет местоположение и будет осуществлять поддержку с земли. Понял, командир. Никак нет, командир. Вышлите Сьерру-3. Сьерра-3 уже на позиции. Она хочет сказать, что алкоголикам не положено качать права. Но... Ты хотел размяться, Сьерра-2. Вот и разомнись. Ладно, поддержка с земли. Понял. Сьерра-2, это командир. Он тут еще с бугу настреливает. Я что-то подзаткнулся, пока слушал срач в эфире. Не выключай камеру. Я засек корейскую военную сеть. Залезь в нее и выясни, что они задумали. А если нам повезет, мы найдем гораздо больше, чем просто данные разведки. Ништячки. Еще ништячки. Кто там выебывался, я понять не могу. Может, ты все-таки вздремнешь, пидорасина? Обожаю косить их одиночными. Блять, я уже машинки колесико прострелил. Так не достанешь же ты никому. Ух, вот этот фейерверк, вот это я понимаю. Только надо гранат подфармить. Мне кто-нибудь гранату даст? Уроды. Что там стрелял, скотина? Так, значит, придется проламываться, по-моему. Или все же нет? О, ништяк. А ну сейчас тут пошаримся. Так, мимо. Угу. Немножко не то, что я хочу. А то я могу вот так. Итак, было много болтовни, но ключевые моменты таковы. Первое. Операцией руководит государственный чиновник из Пхеньяна, полковник Ли. Второе. Недавно он забросил из Йонг-Бьонг-Куна особый груз. Мать твою! Они же там проводят испытания ядерного оружия! Именно. Я обязана доложить об этом наверх. Но до тех пор, пока мы не определимся с порядком действий, это так, будет а есть на чем поехать? Целью. А вот это уже интересно. Отряд Айдахо сообщил, что корейская станция военной пропаганды забивает наши частоты. В их военной сети обнаружено указание на источник помех, расположенный рядом с вами. Добавьте его к целям второй важности. Понял, командир. Ага. Пропагандонка. Че, я не понял, тут есть кого пострелять, что ли? По-моему, все-таки есть. Заодно сейчас боеприпасами для калаша запасусь. Да тут целый, мать его, арсенал. И эти игрушки мне пригодятся. Бомб. Так. Тунц-тунц. Не, надо сначала устроить заплыв до вышки пропагандонки. А, нет, там по косе можно объехать. Я в рот ебал плыть на самом-то деле. Опасно это мероприятие.
Ну ладно, поехали так поехали. Ух, ништяк. Бумц. Заодно и на корейцев можно повыебываться. Ой. Было больно, однако. Так. Ты где там ходишь, шапка-контрацептивка? Там что, кому-то жить надоело, я чуть не понял. Ну да, меня тоже знатно погрызли, но я всего лишь прикидываюсь груду металлом, потому что на самом деле я еще ого-го. Иди сюда, нечисть. Пиздоглазик. Ты сидишь как крыска. Крыска, пиздогрызка. Не знаю, зачем я это спел, но тем не менее. Пострулять мне сейчас тут точно привезут. Так. Тачка сделал бум. Или все-таки спешится хуй забить. Ой, еб тебе упаковку, животное. У-ху! Где пиздоглазики? Так, я чё-то не вкурил. Кто там выеживался, псы? Ой, я хоть гранат набрал вагонами. Так, там где-то еще петушок. Хе, доездился. Так, Скар, Фуха, Клеймор. Готовченко. Каналы снова чистые. Отряд Айдахо тебе, наверное, благодарен. Так, ну чё, выкатываемся назад. Адовая газонокосилка. Можно так немножко кусты проредить, прикола ради. Блин, проблема вся в том, что если что, из этого металлолома придется крайне быстро сваливать. Держись подальше от той заставы, псих. Я собираюсь сбросить туда кое-что. Понял. Не поджарь меня ненароком. Вот это удар! Кто-то меня видит. Вот только кто, понять не могу. А, тут псы есть. Кто там выебудал, а, суки? Ах ты ж мать твою прошляпил. Ладно, попробуем еще разок. Только аккуратнее. Я там не кисло так подставился на самом деле. На, ублюдок. А, опять мимо. Так, ладно, попробуем еще разок. Там еще змееныши. Чунга-чанга, он уже горит. Дым! Блять, шо ж ты там такое тащишь?
Так, этого ублюдка моментально свинцом накормили. Весело же он летел. Готов. Так, их осталось двое. Так, неспешно так выкатываемся. Так, ну чё, скотобойная машинка отработала на ура. А, вон ты где, пидор. Чё, попробуем проехать или хуй там. Соединение с их подкреплением. Вижу еще один джип. Направляется на берег. За ним тащится бронетранспортер. Вижу две машины с людьми и корейский десант. Ну какого черта? Просто уничтожьте к чертовой матери всю эту толпу. Так, только первый... Да говно вопрос. Слушай внимательно. Я не планировал действовать в одиночку. Нужно снаряжение. Что у тебя есть? Сейчас я пошарюсь в их сети. Есть. На побережье тебя ждет шикарный запас взрывчатки. Корейские грузовики движутся к побережью. Недостаточно энергии. Так, колеса я ему не пропорол. А, не, лучше. Ой. Кто там? Так, видимо, прятаться в домике было плохой идеей. Ой, блядь, с двух сторон. Так, этот готов. Теперича. Ах ты, падла. Да, запасы тут и впрямь царские. Улыбки. Главное не купаться слишком долго, а то пираньи тоже очень любят мясо. Начинаю бомбардировку. Обожаю режим беглого одиночного огня. Бах-бах и готово. Так. Шо, не ждал, скотина? Тебе привет от дяди Вовы. Честно, надо было скачать мод, который делает на костюмах нашивки какие-нибудь российские или что-то наподобие. А? Ох ты ж ёптать. Бумкнуло здраво. Вы чё, охуели, пёсы? По-моему, там бьет что-то мощное. Беттер, что ли? О, сука. Перезарядочка. Бронетранспортер на дороге еще цел. Я чем я тебя его собью, придурок? Ох,
такой. Чё-то моему укрытию резко настала пизда. Ладно, побежали. О, а вот это уже ништяк. Только откуда он долбит, скотина? Естественно, что он был бы с этой стороны, только я чуть никак понять не могу, откуда конкретно. Максимум скорости. Проблема вся в том, что петуху надо две ракеты, чтобы загнуться. Так, ладно. Ну, то, что у меня целых 16 гранат, это ништяк. Это просто секс. Так, замена на пуле. Патрон, конечно. Сейчас я разнесу этот лодочный сарай. Берегите шрапнели. Даже как бы давно тут свалил. Так, а вот где Беттер-то сидит? Ёптись. Ага, вот и бомбер. Парни из грузовиков окопались в ресторане. Вот только поздняк. Бумц! Вижу три самолета. Направление 150-25 на высоте 450 вправо. Чё-то не подозрительно, напоминаю, Су-27 не находите? Мимо. Готовлю ответ. Иду направо. Ну давай, давай! Иду налево. Пытаюсь стряхнуть ее. Чёрт. Я подбит, левый двигатель отказал. Сьерра-2 погиб. Повторяю, Сьерра-2 погиб. На самом деле, в скором времени мы увидим, что это был пиздеж. Чистой, сука, воды. Так, сейчас еще одна небольшая катсценка. Хотя нет, на этом я предпочел откланяться. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, не забывайте про колокольчик и до встречи!